16 марта на прививку препаратом «Спутник Ви» в Черкесске пришел пожилой мужчина 1926 года рождения Виталий Гаврилович Зорин, фронтовик, кавалер различных орденов и медалей, самостоятельно обратился в пункт вакцинации. В свои без малого 95 лет, даже не подумав вызвать мобильную медгруппу. С легким волнением ветеран перенес первый укол, став самым старшим привитым от коронавируса жителям Карачаево-Черкесии. Столько зараженных, столько госпитализировано. Ну, а что ж я, лысый, что ли? Надо делать, защищаться. Укол – это защита твоего организма. Ветеран отмечает хорошую организацию и теплое отношение медперсонала. Чувствует себя хорошо, никаких побочек после прививки не ощущает, но все равно находится под постоянным наблюдением терапевта. К слову, ключевую роль в решении ветерана сходить на укол сыграла его супруга Тамара Ивановна. О своем иммунитете она позаботилась еще раньше. Я первая начала. Вообще-то у меня уже сертификат есть. Я уже 2 укола сделала, мне дали сертификат. Кто не привился, просто я советую, чтобы шли люди, прививались, чтобы не было вот такого какой-то паники, что вот, ну не знаю, надо, прививочку делать надо. Несмотря на иммунную защиту от коронавируса, супруги продолжают соблюдать меры безопасности, рекомендованные медиками. Носить маску и помнить о дистанции в общественных местах у них уже давно вошло в привычку. Радмир Хасанов, Радомир Князев, Архыз 24.